Вот синоптики пока дают неоптимистичный прогноз. В ближайшие дни в Красноярске будет слабо ветрено и морозно. Некоторые метеосайты даже обещают до -38. Но в гидрометцентре говорят, что все же будет потеплее. Завтрашний день станет самым теплым на неделе. После полудня около -15. А в ночные часы температура будет понижаться от -25 до 28. Холоднее всего будет в ночь на 17 января. -31. Ветер до 5 метров в секунду. И, как говорят синоптики, это неблагоприятно скажется на рассеивании загрязняющих веществ в воздухе. Такая морозная погода обусловлена сохранением антициклонального поля, также определяет слабоветренную погоду. Это, конечно же, ниже среднемноголетних значений. На этот период норма порядка -17 градусов. То есть это в дневные часы около 8 градусов ниже климатической нормы, но в ночные часы до 14 градусов ниже климатической нормы.